Когда будет необходимо, я все вспомню и скажу. Я много читаю и смотрю видео в интернете. Я подписана и слежу за всеми учителями в Инстаграме. Я переписываюсь с друзьями на Фейсбуке. У меня диплом бакалавра. И многое другое. Так говорят многие о русском языке, и так говорю я о своем французском. Меня зовут Таня Семке, я основатель и ментор школы русского языка для иностранцев Smart Russian. Что это такое? Это фразы, которые мы обычно говорим, чтобы не заниматься языком каждый день регулярно и эффективно. Потому что для того, чтобы заниматься эффективно, нужно иметь фантазию и хорошую дисциплину. Итак, я признаюсь вам честно, как я уже сказала, я так думаю и часто говорю эти фразы о французском языке, потому что у меня нет времени и потому что, наверное, мне лень. Но что не так с этими фразами? Когда будет необходимо, я все вспомню и скажу. Это иллюзия, друзья. Согласитесь, что если вы не практикуете русский сегодня, не практикуете русский завтра, не практикуете русский послезавтра и не делали этого на прошлой неделе, то уже через месяц вы не сможете сказать все, что вы хотите, и так, как вы хотите, а через год вы вообще ничего не сможете сказать. Это подтвержденный факт, и это, к сожалению, факт о моем французском языке, поэтому я сегодня говорю ответственно, опираясь даже на свой личный опыт, не только на статистику нашей школы и не только на исследования ученых в этой области. Можете мне верить. Идем дальше. Следующая фраза. Я много читаю и смотрю видео в интернете. Это прекрасно. Вы молодец, думаете вы. И так, к сожалению, думала я, пока не поняла, что это тоже иллюзия. Ученые называют это иллюзией компетентности. То есть мы думаем, что можем, но на самом деле нет. Почему так происходит? Когда мы читаем, мы понимаем, ну, скажем, 70-80%. Это отлично, это прекрасный результат. Но это все. На этом заканчивается наша компетенция. Мы просто понимаем слова, мы просто понимаем смысл. Причем, если мы ни с кем это не обсуждаем из носителей, детально не обсуждаем, то большая вероятность того, что мы вообще неправильно поняли контекст, неправильно поняли основной смысл. То же самое с видео в интернете. Вы слушаете, и вы понимаете, о чем идет речь. И это вам очень нравится. Давайте скажем, нам очень нравится. И мы держимся за эту иллюзию, как можем. Потому что это очень приятно, согласитесь, думать, что мы можем понимать русский язык. Но когда мы захотим рассказать нашему другу о том, что мы узнали из видео, или о том, что мы только что прочитали, это будет уже в два раза сложнее, потому что мы не готовы, оказываемся, к такой работе. Наш мозг не готов. У нас нет практики, у нас нет такого активного опыта. Ученые говорят о том, что если вы читаете и даже подчеркиваете фразы, которые вас интересуют, новые для вас фразы, интересные, то это только 10% эффективности. Только 10%. Подумайте об этом. Идем дальше. Я слежу за всеми учителями в Инстаграме. Друзья, если вы взрослые люди, вы понимаете, что в Инстаграме наше внимание нам не подчиняется. Мы как дети в парке аттракционов. Когда мы выходим из этого парка, мы испытываем сильные эмоции, но ничего не помним. И уж точно мы не помним ничего
скажем, неделю спустя. И в Инстаграме происходит то же самое, поэтому здесь мы даже не будем об этом говорить. Дальше. Я переписываюсь с друзьями на Facebook. Это неплохо, но есть два фактора, которые работают против нас. Во-первых, на Фейсбуке у нас также очень сильно рассеяно внимание, мы не контролируем наше внимание, и поэтому наша память работает очень неэффективно в этот момент. И второй фактор, который работает против нас, это наши друзья, которые нам не говорят: «Педро, у тебя здесь ошибка, надо говорить по-другому». Никогда друзья так не говорят. Может быть, поэтому они наши друзья. И вот по этой причине практика на Фейсбуке тоже малоэффективна. У меня диплом бакалавра. Это очень опасная фраза. У меня диплом бакалавра. Дело в том, что после того, как человек получает диплом бакалавра, част или какой-то другой диплом, когда он закончил университет, институт в России, создается ощущение, что это будет со мной всегда. Теперь русский язык – это часть меня, я никогда не забуду падежи и всегда буду говорить правильно и уж точно буду говорить лучше, чем многие и многие другие. Вот эта мысль помогает нам расслабиться, и мы ничего не делаем месяц, мы ничего не делаем 6 месяцев, потом год, потом 2 года, и в нашей школе в Smart Russian очень много людей, которые получили диплом бакалавра 10 лет назад и 10 лет ничего не делали. Вот это опасная фраза, вот ровно по этой причине. Итак, давайте поговорим о практическом курсе, который мы назвали My Russian, который будет проходить в 2021-2022 году. Давайте поговорим об этом предметно. Итак, идею практического курса нам подарил один из наших подписчиков, и мы ему очень за это благодарны. В 2020 году мы провели 6 месяцев этого практического курса. Нам очень понравились ваши результаты, очень понравилось, как вы работаете. Всем участникам, практически всем участникам понравился формат такой работы. Поэтому в школе Smart Russian мы приняли решение, что теперь практический курс My Russian будет проходить на регулярной основе по типу фитнес-клуба. И сегодня я расскажу вам о годовом курсе погружения в русский язык, но не только. Это будет погружение в пространство русского языка, русской культуры, русской истории, а также жизни самых простых и не только простых, но и выдающихся знаменитых людей России. И в качестве слогана этой годовой программы, годового курса, мы выбрали цитату одного нашего друга, наверное, нужно сказать, Роберто Маренкино. Это человек, который участвовал в практическом курсе My Russian в 2020 году в течение 6 месяцев, то есть он прошел всю программу прошлого года, и он добился удивительных результатов. Очень хорошо прогрессировал всего за 6 месяцев такой хорошей практической работы. И он сказал фразу: «Русский для меня – это пространство». И мы поняли сразу, когда мы это услышали, мы поняли, что это та фраза, которая характеризует принцип нашей работы на практическом курсе My Russian. Мы также благодарим Роберто за его ценные советы, за его ценную критику. Его критика очень сильно повлияла на концепцию нового курса My Russian в 2021-2022 годах. В прошлом году мы получили 99% положительных отзывов от участников практического курса. И давайте посмотрим только на некоторые цитаты из отзывов, для того, чтобы вы поняли, что люди увидели, нашли на курсе лично для себя важного. Например, мы можем видеть, как мы говорим о том, что мы только что прочитали. Это действительно так.
На курсе вы получаете текст или получаете видеоматериал или аудиоматериал. Вы работаете с этим материалом, анализируете и потом делаете видео или аудиомонолог. И это позволяет вам очень хорошо понять, насколько хорошо вы говорите и над чем вам нужно работать. Благодаря этому курсу я уже начал говорить увереннее. Это происходит со всеми примерно на второй неделе практики. Это обосновано, мы понимаем, почему так происходит, но пусть для вас это останется таким магическим эффектом. Говорим очень много, это действительно так, можно считать, что это на 90% разговорный курс. Я могу сказать, что этот курс очень эффективный. Дальше. И все мы читаем и слушаем друг друга с доброжелательностью. И это действительно так. В закрытых группах в Телеграме, где вы практикуете, это группы по уровню, все с большим уважением относятся к друг другу и к практике других людей. Поэтому в группах всегда очень хорошая атмосфера. И последнее, что вот здесь мы привели, я вижу и понимаю, что я улучшаю свой русский и не боюсь. Вот это очень важно, потому что первый день, второй день, третий день на курсе люди обычно боятся говорить, боятся делать ошибки. Это так нормально. А потом происходит что-то волшебное, и вы раскрываете свой потенциал. О потенциале сейчас поговорим. И, наконец, давайте я вам расскажу, что входит в новую программу курса My Russian в 2021-2022 году. Итак, это ежедневная практика на качественном, аутентичном материале. То есть вы работаете с книгами, статьями, видео, фильмами, которые русские люди делают для себя, для русских людей. То есть это не адаптированный живой русский язык, который вам и нужен для развития. И эта практика каждый день занимает у вас 10, в некоторых случаях 30 минут. Каждый день вы получаете индивидуальную проверку и коррекцию ошибок от профессионального учителя. Далее. Реальный прогресс за 2 недели. Это то, что мы просто обещаем вам. Через 2 недели вы увидите свой прогресс. На курсе у вас будут вебинары и разговорные сессии. Разговорные сессии будут проходить раз в неделю, чтобы вы могли поработать в группе весело с учителем-носителем в течение 90 минут, поговорить на одну конкретную тему и получить большое удовольствие. И, конечно же, вебинары. Это то, что нам подсказали участники курса в прошлом году. Очень нужна теория. И раз в месяц мы проводим качественные практические вебинары по грамматике, синтаксису и произношению. Мощная мотивация. Мы обещаем вам мощную мотивацию. Позже расскажу, как именно мы будем вас мотивировать. И, наконец, игра кэшбэк. Что такое кэшбэк, вам объяснять, конечно же, не нужно. Мы обещаем вам 12 тысяч рублей кэшбэк, если вы делаете все задания на курсе. То есть вы развиваете свой русский язык и зарабатываете деньги. О том, как вы будете развивать ваш русский язык и при этом зарабатывать деньги, я расскажу вам чуть позже. А сейчас я хочу ответить на вопрос, зачем лично вам участвовать в курсе My Russian? Какую конкретно пользу принесет наш практический курс лично вам? Итак, цель номер один на курсе – узнать и, значит, понять Россию и русских людей. Согласитесь, что это не просто читать книжки и практиковать русский язык. Это гораздо более важная цель. И для начала спросите себя, что конкретно я знаю о России? Конкретно. О чем
Я могу подробно рассказать моему другу, который интересуется Россией, но по-русски не говорит. О чем я могу ему рассказать? К сожалению, большинство людей в мире знают о России 4 слова. Путин, Пушкин, водка, бик. И, конечно, это очень смешно, потому что Россия, она, конечно, big, но это не все, что нужно знать. Нужно заглянуть внутрь, и для этого вам нужны проводники, да? Люди, которые живут в России, очень хорошо ориентируются в современных и не только современных, но и исторических процессах, и могут с вами поделиться этим, могут представить вам Россию в максимально подробном и таком объемном виде, для того, чтобы вы, во-первых, получили качественную, достоверную информацию, а во-вторых, на базе этой информации смогли составить свое личное мнение о том, что такое Россия. На курсе вы будете ежедневно получать разную информацию из разных областей жизни. Это история, музыка, кино, литература, политика, спорт, люди и социальная жизнь. Каждый день вы будете получать небольшую дозу качественной информации, за которую мы несем ответственность, как автор этого курса. Вы будете получать эту информацию, будете работать с ней, и в результате вы постепенно начнете понимать русских людей, начнете понимать наш менталитет. Далее, ваша цель номер два на этом курсе. Активизировать ваш русский язык, сделать его сильным, правильным и настоящим, не книжным. Дело в том, что вы очень много знаете. Я абсолютно уверена, что каждый из вас, из тех, кто сейчас смотрит эту презентацию, очень много знает уже. И очень многое не помнит. Я уверена, что вы многое не помните, потому что вы не используете это регулярно. И в среднем человек, который много знает, использует только 10% того, что он знает. Мне достаточно 10%. 10% хорошо. И если мы говорим себе так, то мы рискуем очень быстро потерять русский язык, в который мы инвестировали уже так много времени и энергии. Только профессионально организованная, регулярная практика может помочь вам развить ваш потенциал максимально. И, наконец, ваша цель номер три на этом курсе – чувствовать себя уверенно и быть самим собой. О чем идет речь? Вы очень умный человек, вы много знаете, у вас широкий диапазон эмоций, у вас хорошее чувство юмора, у вас есть свое мнение по каждому вопросу. Но вы не можете это показать, вы не можете это продемонстрировать, потому что вы просто не можете это сказать. Вам не хватает слов, вам не хватает практики. Сравните, пожалуйста, два ответа, которые вы видите на экране. Это два ответа на один и тот же вопрос. Тебе понравился спектакль? Мне очень понравился этот спектакль. Я сейчас не шучу, и это не сарказм, потому что, как я уже сказала в начале, это то, что произошло с моим французским языком, потому что я уже год им не занимаюсь вообще. Вот все, что я могу сказать о спектакле, если я буду в Париже. А теперь посмотрите на ответ человека, который регулярно занимается русским языком 15 минут в день на практическом курсе My Russian. Я в полном восторге от тончайшей игры исполнителей и замысла создателей этого спектакля. Это определенно лучшая постановка из тех, что мне довелось увидеть в этом сезоне. Круто, правда? Нужно сказать, что в прошлом году на практическом курсе у нас было много людей, к
кто учился в России, кто заканчивал университеты в России, у кого высокий уровень русского языка, и эти люди считают необходимым практиковать русский в таком формате, который мы им предлагаем. Давайте посмотрим на некоторых участников. Военные роботы предотвращают беспорядки и... Неполадки. Вот. Вот. Помада. Только то, что нам действительно нужно. Я продолжаю. Я приготовил голубцы, и они очень вкусные. Хотел показать. Экономической вершины, не знаю, как сказать точно. Это было очень смешно. И все это наша вина. Знание языков открывает большое количество дверей. Простите, я всегда очень эмоционально реагирую на видео участников. Дело в том, что для нас это очень важная работа на практическом курсе. Нам очень нравится, как люди открываются, как они начинают шутить. Я уверена, что многие из прошлого года сейчас смотрят эту презентацию. Мы по вам скучаем, и мы будем очень рады видеть всех, кто участвовал в прошлом году на нашем новом курсе, и мы будем рады видеть, как люди, которые впервые занимаются на практическом курсе, раскрываются, становятся уверенными, становятся самими собой. Это очень ценно. И если честно, вот эти видео я лично пересматриваю иногда, и это меня мотивирует, лично меня, лучше работать, лучше работать. Итак, структура курса. Что конкретно вы будете делать на курсе? 5 дней в неделю вы смотрите, слушаете или читаете аутентичные материалы, и раз в месяц у вас проходит теоретический, практический вебинар. Далее, вы делаете небольшие практические задания каждый день. Далее, ежедневно профессиональный учитель, куратор, проверяет вас и корректирует ваши ошибки. Вы копите баллы за все, что вы делаете. Баллы – это рубли, российская валюта. И раз в неделю учителя нашей школы проводят разговорные сессии по 90 минут, чтобы вы могли еще раз поговорить на тему, с которой работали в течение целой недели. Годовая программа практического курса My Russian 2021-2022 строится логически. То есть у нее очень строгая структура. Каждый месяц у вас есть одна макротема. Например, возьмем третий месяц, и макротема этого месяца – отношения с другими. Кто это другие? И на каждой неделе этого месяца вы говорите, работаете только с одной микротемой. Например, это отношения в семье, братья и сестры, родители и дети. Далее, на второй неделе этого месяца вы говорите о мужчинах и женщинах, об отношениях мужа и жены, девушки и парня, например. На третьей неделе вы говорите об отношениях с друзьями и об отношениях с людьми, которые вас не любят или которых не любите вы. И на четвертой неделе отношения с коллегами, отношения на работе. Таким образом, в течение недели, 5 дней подряд, вы погружаетесь и развиваете только одну микротему. Например, на первой неделе это отношения в семье. И в конце этой недели у вас разговорная сессия в группе в Zoom
с учителем-носителем в течение 90 минут вы говорите только на эту тему. На ближайшие 12 месяцев мы подготовили для вас 48 разных тем. Для всех уровней А2, Б1, Б2, С1 это будут одни и те же темы, но разный уровень сложности, конечно же. Это значит, что, например, на третьем месяце программы в группе А2 участники будут работать с макротемой «Отношения с другими», и в группе С1 участники будут работать с этой же самой темой, но материал будет, конечно же, намного сложнее для уровня С1. Для чего мы так сделали? Дело в том, что в течение года вы будете расти вверх. И если вы начинаете курс в группе, например, А2, то уже через 3 месяца вы захотите быть на уровне, и вы сможете быть на уровне B1. И тогда вам нужно будет перейти в группу B1 и продолжить заниматься в этой же логике. Я уверена, что вам сейчас стало интересно, какие конкретно темы будут на программе MyRussian 2021-2022. Прямо под этим видео вы найдете ссылку, которая ведет вас на наш официальный телеграм-канал. На этом канале мы будем с вами общаться перед началом курса, мы будем вас мотивировать, вы будете мотивировать друг друга, мы будем обмениваться полезной информацией, идеями, что посмотреть, что почитать, что послушать. Обычно вы любите присылать ваши любимые песни. В этом канале есть закрепленное сообщение, pinned message, и в этом сообщении вы найдете подробную программу на 12 месяцев по месяцам и неделям, плюс программу теоретических вебинаров. Ну и давайте подведем первые итоги. Итак, практический курс MyRussian 2021-2022 в цифрах. Что это такое? Это 48 лексических тем, это 12 практических вебинаров по грамматике, синтаксису и фонетике, это 48 разговорных сессий с учителем по 90 минут, это 8 спикеров-учителей из школы Smart Russian, а также приглашенные спикеры, и это возможность заморозить абонемент, то есть сделать паузу на 6 месяцев. Как многие из вас знают, мы планировали запустить этот курс еще в начале марта, но подробная организация курса заняла у нас больше времени, и вот сейчас мы готовы взять на себя полную ответственность за ваше гармоничное развитие на этом курсе. И поэтому у коллектива Smart Russian впереди серьезная, очень ответственная работа. Мы к ней готовы, и мы хотим сказать, что мы ожидаем от вас. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Что мы ожидаем увидеть у вас в результате хорошей работы на годовой программе MyRussian. Если вы активно работаете на курсе, то в конце программы вы будете говорить свободно, подробно и активно на 48 разных тем. Также мы гарантируем вам, что в конце программы вы будете говорить в 2,5 раза быстрее, чем сейчас. Это не магия и это не пустые слова. Вы будете говорить в 2,5 раза быстрее, просто потому, что вы будете все это время находиться в естественной, легкой атмосфере русского языка и постоянно практиковать. Вы будете понимать разные стили и манеры разговора. Это будут самые разные стили, от языка современных бизнесменов до поэзии 20 века. И справа на экране вы видите то, что вы будете знать в результате работы на этом курсе. Вы будете знать и понимать национальный характер и современные традиции русских людей. Вы узнаете об основных исторических событиях 20 и 21 веков и
Таким образом, вы будете понимать, почему русские люди на улице не улыбаются. И, что очень важно, вы узнаете о конкретных людях, которые в последние 150 лет делали и делают Россию лучше или хуже. Ну, это вы сами решите. О чем конкретно мы будем говорить каждую неделю, вы можете узнать по ссылке под этим видео на официальном телеграм-канале нашего курса. Итак, еще раз о годовой программе практического курса. Это закрытые группы в телеграме по уровню А2, Б1, Б2 и С1. Можно перейти на следующий уровень, как мы уже сказали, например, из группы А2 в группу Б1, если вы считаете, что вы готовы к этому. В среднем вы будете переходить на более сложный уровень каждые 3 месяца. Внимание, это можно сделать только если вы покупаете абонемент на год. Далее, как строится работа? 5 дней в неделю – практика. 1 день – это разговорная сессия. И 1 день отдыха. Практика занимает у вас от 10 до 30 минут в день. И какие есть абонементы на этот курс? 1 месяц, абонемент на 6 месяцев и на 12 месяцев. О тарифах я расскажу вам уже через пару минут, а сейчас хочу рассказать о мотивации. Совершенно точно ваш собственный прогресс будет вас мотивировать. Вы будете видеть свой личный рост, и это будет вашей главной мотивацией, это уже проверено. Кроме того, вы будете видеть в вашей группе, что другие участники делают хорошо. Это тоже проверено. И вы будете хотеть сделать еще лучше или сделать так же хорошо. И, наконец, мы добавили игру кэшбэк. За каждое задание, которое вы делаете, вы получаете 20 баллов. 1 балл – это 1 рубль. Максимальное количество рублей, которые вы можете заработать на этом курсе, это 12 тысяч рублей. Это немало. И вы можете потратить эти деньги один раз в месяц, в конце календарного месяца. На что вы можете потратить баллы? Вы можете купить индивидуальные уроки с учителем. Вы можете купить онлайн-курсы, например, по грамматике или по фонетике. Вы можете заплатить этими деньгами за тест, официальный тест по русскому языку, который проходит онлайн, который проводят наши партнеры, Центр языкового тестирования при Государственном университете Санкт-Петербурга. Вы можете купить учебники в нашем интернет-магазине, вы можете частично оплатить программу Learn and Travel, когда вы приезжаете в Россию и учите русский здесь, с нами, вы живете в семье или путешествуете с кем-то из коллектива нашей школы и учите русский язык в одно и то же время. Или вы можете просто получить эти деньги на свою банковскую карту. И, наконец, отвечаю на вопрос, который уже крутится у вас в голове. Как стать участником практического курса My Russian в 2021-2022 году? Абонемент на один месяц стоит 65 евро, и в день это около 2 евро. В абонемент входит 4 недели, 4 микротемы, 4 разговорные сессии с учителем, 1 практический теоретический вебинар и кэшбэк 1000 рублей. Абонемент на 6 месяцев стоит 325 евро, в месяц это 54 евро, то есть здесь вы уже экономите, и в день вы платите 1,8 евро. Это 24 недели, 6 макротем и 24 микротемы. Это 24 разговорные сессии с учителем-носителем, 6 вебинаров, кэшбэк 6000 рублей и возможность
сделать паузу на 2 месяца. Абонемент на 12 месяцев стоит 480 евро. В месяц это всего 40 евро, и совсем мало вы платите за один день, это 1,3 евро. И по этому абонементу вы получаете 48 недель практики, 12 макротем и 48 микротем. 48 разговорных сессий с учителем-носителем по 90 минут, 12 вебинаров по грамматике, лексике и фонетике, максимальный кэшбэк 12 тысяч рублей и возможность сделать паузу и вернуться к практике, общее количество времени, которое вы можете сделать паузу, 6 месяцев. И мы подготовили для вас таблицу, где есть все три абонемента на 12 месяцев, на 6 месяцев и на 1 месяц. И мы посчитали, сколько вы экономите, когда покупаете абонемент на год или на 6 месяцев. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Если вы покупаете абонемент на год, то ваша экономия составляет 300 евро. Это много. Если вы покупаете абонемент на 6 месяцев, то вы экономите 65 евро. И если вы пока не очень уверены в своих силах, то вы всегда можете записаться на курс на 1 месяц. Ну вот, я все вам рассказала. Все группы А2, Б1, Б2 и С1 стартуют уже скоро, 1 мая 2021 года. Регистрация на курс уже открыта. И прямо сейчас идет предпродажа абонементов, внимание, по специальной цене. Нажимайте на ссылку под видео, там вы получите подробную программу курса и информацию о специальной цене на сегодня. А я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту презентацию и за то, что вы учите наш красивый русский язык. Спасибо!